Всем привет, меня зовут Гарик Рудник, и сейчас я буду ставить номер с моим партнером Олегом. Пошли со мной. Гарик считается одним из самых лучших хореографов России. И работает с ним колоссальный опыт. Я с ним познакомился еще в том году. Мы ставили танец, и он еще тогда меня заметил. Я познакомился с Олегом, когда как раз приезжал, и мы делали видео. У него на самом деле там была сольная часть, которая финалила клип. И она была на съемках, она была самой эмоциональной частью. Но сейчас он приехал такой заряженный, говорит, я занимался, говорит. Готов? 5, 6, 7, 8. Мы, по сути, в этом номере будем учить друг друга танцевать. То есть, смотри, я могу так, а я могу так. Так, стоп, нет, объясни. Ноги объясни. Вперед-назад, куда пункту, так. Номер мне нравится. Рядом мой мир. Мир людей с ограниченными возможностями здоровья. И его мир. Мир здоровых людей. На протяжении всего номера мы узнаем друг друга. Мы друг другу показываем, что вот я вот так умею, но не умею действительно, как он. Я вот сейчас вот стоял, он мне что-то показывал, и я не могу это, мне просто не позволяет моя пластика повторить. Мне интересно это сейчас сделать. Это такое. Я никогда такого не делал. Ты должен отсюда, правильно? Учит меня танцевать. Давай, давай, показывай, я все повторю. Он не дает слабины, он и мне не дает отдохнуть, засранец. На самом деле, там есть, я говорю, ну что, пойдем подышим? Он такой, нет, давай работать. Блин, так, ладно, попробуй еще через 5 минут. Нет, там нормально сил, там все в порядке с силами, все в порядке с его мышлением, как он думает. Ты знаешь вообще, что он журналист? Он твой коллега. Приветики. Он журналист. Он пишет статьи и достаточно интересные. Я пробовал и КВН, и театр, танцы, рисование. Потому что в тот момент в моей жизни я чувствовал ее вкус. Жизнь для того и дана, чтобы пробовать что-то новое. И именно когда ты ходишь и пробуешь себя, ищешь. В этом и есть смысл жизни. Нормально. Жизнь.